В марте текущего года, в начале марта текущего года, мы получили информацию о том, что 41-летняя жительница города Волгограда подыскивает исполнителей для совершения похищения знакомой ей девушки 87-го года и ее товарища 87-го года рождения, также жителей города Волгограда. Она хотела, чтобы исполнители похитили девушку, изнасиловали ее в составе 3 или 4 человек, удерживали в определенном месте, и в дальнейшем ее судьба ее не интересовала. Она хотела, чтобы вот этого парня 87-го года избили, поломали ему руки-ноги, ударили по голове, привезли на съемный дом, где бы она его выхаживала, с тем, чтобы в дальнейшем проживать с ним совместно. В ходе отработки этой информации был проведен оперативный эксперимент. Совместно со Следственным комитетом был разработан алгоритм действий. Мотивом совершения преступления послужила неразделенная любовь с молодым парнем, вот этой 41-летней дамы. С парнем она познакомилась в социальной сети. Под другими данными, под другой фотографией. Ну, хотела, очевидно, с ним в дальнейшем проживать. В ходе оперативного эксперимента она оперативному сотруднику, который выступал в роли потенциального исполнителя, рассказала места проживания этой молодой четы, дала фотографию, ну и, собственно говоря, прозвучал заказ с ее стороны, что необходимо сделать в отношении обоих жертв. В качестве подтверждения заказа. В качестве подтверждения заказа ей было передано 2 паспорта, телефон, и было обещано, после того, как она передаст всю сумму денег, было обещано передать диск с видеозаписью изнасилования группового. Сколько здесь? 25. 25 тысяч, да? Угу. Завтра он приезжает с Сокола. Новые прям какие-то уже. Не рисовала сама? Нет. Точно? Точно. Все банковские. Все банковские? Угу. Хрустят уже. Так, 5. Минус. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я делаю то, что скажешь ты. То есть я лишнего придумать не буду. Мне этого не надо абсолютно. Ну, да. Ты мне просто объясни предметно, что сейчас надо от нее, что нужно от нее. Ее на иглу. И... Ну и в смысле на иглу, это что значит на иглу? Ну, на наркотики посадить, чтобы 2 недели она посидела, чтобы уже привыкание полное. А на... потом куда хотите ее девайте, чтобы она домой не вернулась никогда. Ну, на наркотики в смысле ее посадить? Нам надо, чтобы наркоманку, что она стала, да. Или что? Да. Чтобы она стала наркоманкой? Да. А и там что? В бордель или куда пустят? Не, я понял. И... То есть ты предлагаешь, как бы, чтобы мы дали наркотик эту колоду? Да. Тебе без разницы, какой наркотик? Без разницы, может, и тяжелый тип колоть. Тяжелый. Потом наколоть. Нам что с ней делать? Нам куда ее деть? Вот, понимаешь, а что я буду здесь, я вот с человеком делать? Ну, укололи тогда... мою наркотиком. Дальше. И отыметь ее, чтобы трое там отымели, сняли на камеру. Это вообще. Изнасиловать, что ли, ее надо еще? Если что. Жестко, что ли, изнасиловать надо? Можно жестко. Можно жестко. Можно жестко. На камеру снять, и я ему потом покажу красавицу. Она там Рым и Крым прошла. Да? На ней клейма ставить негде. А, то есть тебе еще и видео при. Да. Ха. Я понял. Если что, доплачу. Ну, если что, может, там чеченцам продать ее или куда, но чтобы она домой не вернулась никогда. А его бить по голове битый, потому что он дзюдо занимался и рост сзади бить. Я понял. Ну, смотри, опять он же, 1,93 метра рост. Ну, где держать? Тебе ездить держать? Или я должен, или это мои проблемы, я должен сам решить, где ее держать? Да, я заплачу все. И мне дом на окраине где-то Дзержинского снять на 3 месяца. Тебе и дом снять? Да, да, и туда Вячеслава без сознания, чтобы он был вообще, чтобы ему память отбили хорошо. Вот. Туда не, ну, то есть, в смысле, ему что, надо дать по башке? Ну да, как следует. Избить его по башке, там можно переломать ему руки, ноги. Я там его сама буду лечить.